началось. Рене Винкриц разгоняет грузовик. Делает это достаточно уверенно. Но я напоминаю, впереди еще примерно 15 метров дистанции. Дистанция медленно сокращается. Остается 10 метров. Нужна ваша поддержка. Аплодисменты зрителей, все то, что необходимо участнику. Рене Винкриц, помогите спортсмену. Отдайте ваши аплодисменты, чтобы он смог выиграть. Рене Винкриц, Таня, 37 лет, финиширует. Под ваши аплодисменты. Рене Винкриц. Начал движение, грузовик потихоньку смещается с места, и Брайан пытается ускорить его движение. Получается, но я думаю, что грузовик движется чуть-чуть быстрее. Которые Брайан пытается пройти быстрее, чем остальные. У него практически не сбивается дыхание. Это говорит о том, что у него очень большой запас сил для того, чтобы улучшить результат своих конкурентов. Остается 5 метров. Остается 4. Остается 3 метра. Остается 2 метра. Последний метр дистанции. Брайан Шоу завершает выступление в этом сражении. Райвис Смит очень надеется на вас, друзья. Так, началось. Грузовик начал движение. Райвис пытается улучшить время своих конкурентов. Давайте. 15 метров впереди. Грузовик начал улучшить время. Райвис изо всех сил пытается перевести грузовик быстрее, чем все остальные. Насколько ему это удается, мы узнаем на финише. Остается 6 метров. Райвис, давай! Остается 4. Райвис, давай! Остается 3. Остается 2. Остается 1. Чем Эльбрус. Скоро. Грузовик начинает движение. Я надеюсь, что он делает это быстрее. Ощутила помощь зрителей. Невероятно, но зрители изо всех сил болеют за Эльбруса. Эльбрус Нигматулин устремляется практически к финишу. Он делает невероятно, на мой взгляд, улучшает время своих основных конкурентов. Остается 8 метров. 6 метров. Остается 4 метра. Спасибо. 12,5 тонн за спиной и желание улучшить время своих конкурентов. Я напоминаю, что пока что лучший результат 39 секунд принадлежит нашему гостю из Дании Рене Винкрицу. Кармамид устремляется к финишу. Грузовик движется достаточно быстро, но вы видели, что это может быть обманчивым, потому что счет идет на доли секунды. Кармамид финиширует, остался последний метр. Потом перейти на легковые, а потом уже на грузовик. Итак, Дэн Старк, Саня Тадоксик из Болгарии,
Лидер нашего турнира, самый молодой участник. Последним выступает в этом упражнении и пытается улучшить время своих конкурентов. 5 метров дистанции пройдено, впереди 15 метров. Все мы болеем за этого спортсмена. Мы болеем за этого спортсмена. Он завершает наше соревнование. Давайте аплодировать. Это последняя возможность показать свои силы, дорогие зрители. Остается 5 метров, 4 метра, 3 метра, 2 метра, 1 метр. Он финишировал. Я напоминаю зрителям, что результаты наших соревнований подводятся по итогам выступлений во всех упражнениях, и поэтому то, что один из участников проигрывает. Я прошу выйти на сцену для участия в церемонии награждения наших уважаемых организаторов. Евгения Редькина, заместителя председателя комитета по физкультуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа, олимпийского чемпиона. Встречаем его аплодисментами. Вячеслава Журавлева, генерального директора автономной некоммерческой организации развития физкультуры и спорта «Югромегаспорт». Кроме того, в награждении принимают участие Вячеслав Пискунов, президент Федерации сильнейших атлетов в России, и Владимир Карпов, вице-президент Федерации сильнейших атлетов России. Все они здесь, на сцене. Еще раз поаплодируем нашим спортсменам, людям, которые показали фантастические результаты в невероятных упражнениях. И я надеюсь, что все вы прониклись к этим ребятам уважением. Аплодисменты всем тем, кто стоит на сцене. Они этого заслужили. Итак, я прошу наших уважаемых организаторов приступить к награждению по традиции. Эльбрус Нигматуллин. Спортсмен из Челябинска. Сильнейший человек России.